общая концепция этой выставки показывает, как сегодня искусство стало зрелым, взрослым. Слово «не Москва» — это не значит «нет Москве» или что-то, которое имеет негативное значение. «Не Москва» можно перевести больше, чем «Москва». То есть, я имею в виду, что есть несколько центров. Петербург — это один центр производства культуры, как и другие города и регионы России. Нам очень важно, что эта выставка именно в Петербурге, поскольку на бумаге, скажем так, не имеет статус столицы, но это очень активный культурный хаб, да, кто очень много показывает, именно что Питер — это очень активный центр. Как и есть и Москва, и другие города. И это искусство, которое показывает отражение себя. То есть очень важно, когда люди приходят и изучают, гуляют по выставке, видят несколько работ и видят кусок себя, чтобы больше знать себя. Вот причина, почему люди должны прийти к нам на выставку.